Вчера исполнилось 85 лет со дня основания одного из крупнейших школ города – 4-го лицея. В честь юбилея педагогический состав двукратного обладателя звания «Школы России» принимал не только поздравления, но и награды. Помимо почетных грамот областного совета народных депутатов, учителей одарили подарочными сертификатами и премиями. Главное, чем всегда обладал и обладает наш лицей номер 4, это желание входить в эти двери. Это желание учиться, это желание учить и это желание отдавать в надежные руки своих детей. Ученики 4-го лицея неоднократно становились призерами всероссийских предметных олимпиад. Только за прошлый год победителей было 4. Сейчас в лицее обучаются около 1500 детей.